Потому что затраты существенные, все прекрасно понимают о степени изношенности сетей по тепловодоснабжению, да, все прекрасно понимают о той цифре, которую мы не раз озвучивали, это порядка 1,5 миллиарда рублей для того, чтобы сети тепла только привести в порядок полностью по городу, да, поэтому чисто гипотетически, да, в любом случае все понимают, что у нас есть инфляция, да, официальная, сколько она была, 4,5 прогнозируемая, сейчас, по-моему, повысили до 6. Соответственно, инфляция – это повышение стоимости материалов, это повышение стоимости заработной платы. Да? Не забывайте о том, что у нас происходит ежегодная индексация. Это те же вложения, связанные с ковидом, да? Это дополнительные вложения, которые не учитываются у нас в составе тарифа. То есть маски, это все, это не учитывается в составе тарифа, это наши обязательства, ну, которые мы берем именно в плане того, что мы должны это делать для своих работников. Поэтому, и если чисто гипотетически рассматривать, ну, произвести стопроцентную замену сети теплоснабжения, ну, на данный момент невозможно, наверное, в рамках города. Это же мы считали только по трубе, это надо весь город перерыть. Затем надо что сделать? Благоустроить, положить асфальт.